дорогая, ой, моя золотая девочка. Ну, зайка, 100 лет, 100 зим, реально не сплетен, ничего. Вообще не виделись с тобой. Да я только из отпуска, мась, в Геленджик ездили с моим. Ага, в Геленджик, ты представляешь? Зато я тебе сейчас такое расскажу. В Геленджике на пляже народу вообще капец. Скучно, делать нечего было. Я тут такое расследование провела. Ну ты садись, я тебе сейчас.
один раз накрасилась, ну что ты брезгаешь, мы что ли, ну что мы не подружки, что ли, да ладно тебе, не начинай. Короче, по поводу сплетен. Настя с мужем поехали в Таиланд. Настя с мужем, короче, поехали в Таиланд. И тут я за ней, знаешь, не особо мне хотелось на это смотреть. Господи, подумаешь, Таиланд. Блин, мы с моей вообще в Геленджик ездили. Я думаю, это дороже сейчас обойдется. Ну и, в принципе, покруче по статусу. Не так, ну так вот, я как-то за ней следить не особо хотела. Как-то мне это, знаешь, было неинтересно. Неинтересно вообще, знаешь, от слова совсем. Румяшки возьмем. И тут я все ее публикации, короче, пролистывала, ничего не смотрела. А тут она выставляет фотографию кольца, вот этот гвоздь от Cartier, знаешь. Жутко.
овощевой рынок, да. Значит, соответственно, я узнала его название. Смотри, как блестит на носик. Вот так сюда. Я узнала название этого рынка и пошла смотреть публикации продавцов, кто что там продает. И увидела. Ой, себя тоже снимала. Все-таки у меня тоже вечером свидание с моим. И увидела, короче, что продавец там продает точно такие же кольца Cartier, точно в таком же мешочке. Потом я пошла, короче, давай я тебе еще на Века кинем. Потом я пошла на оригинальный сайт Cartier, чтобы посмотреть. Ой, как сияет. Ты посмотри, да сюда пали бердеть под окнами. Можно вообще посидеть с подругой спокойно там. Потом, короче, поняла, увидела я, что Cartier с 2022 года продает свои кольца в других коробках с другой гравировкой, а у этого продавца на местном, извините меня, смотри как. Вау, на местном садоводе уже давно коробки старые, но ты можешь себе представить, это я, короче, беру, я ей это скидываю и говорю, Зай, я все знаю, я всем на работе расскажу, что ты носишь паль. Пожалуйста, удали этот пост и не носи это колечко. Мась, ну и что ты думаешь? Конечно, она меня послушала и все удалила. Я вообще не советую переходить мне дорогу, понимаешь? А если бы не этот ее постик, о том, что с камнем в мой огород, посмотри, как тебе макияж, что-то добавить хочешь? Добавить ничего не хочешь? Если бы не этот ее высер, я бы вообще, может быть, никогда бы внимания даже не обратила на эту свою хрышку, но каждый, кто перейдет мне дорогу, на этой же дороге и ляжет, ты понимаешь? Так что я, в принципе, тебе тоже не советую какими-то такими вещами заниматься. Само собой. Что у меня здесь еще есть, кстати? О, смотри, что есть. Мне, короче говоря, подружка из Кореи привезла вот такую штучку. Ну, знаешь, они мешочки под глазами вот такой штучкой рисуют. И чтобы, типа, глазки пухленькие были. Хочешь, я тебе тоже сделаю? В ресторан пойдешь. Ой, ну красота, вообще красота. И вот таким подсветить еще. Ага.